Всем привет, ребята, всем привет. Ну что, вы как всегда работаете, мы как всегда едим. И сегодня едим мы картошку, вот такой по-деревенски, с маслом, жареным луком, такая картошка у нас. Хлеб у нас необыкновенный. Но кто внимательно смотрит мои видео, тот тоже знает, что за хлеб. Это очень вкусный картофельный с чесноком. Еще у нас салат, вот такой салат. Видно, какой салат? Здесь у нас... Что у нас в этом салате? Очень быстро, кстати, готовить можно. И недорого. Китайская капуста, зеленый горошек, ветчина, свежий огурец, сметана и соль. Можно зелень добавить, кто хочет. У меня зелени сегодня нет. У нас еще у нас будет минералка наводская. Вот. Только что пришел недавно с шопинга. Ходил. У Глобус ездил, точнее. Хлебочку едим, пока обалденно. Купил лампочки. Лампочки закончились дома. В доме нет ламп. Теперь горит, а что делать? Надо покупать. Ой, с голодухи. Обалдеть. Купил 5 лампочек. Пусть будут. Вливаем олен, такие казахстанские. Я думал, китайские? Нет, казахстан. Умеют же казахи делать лампочки, да? Светодиодные. Голодный приехал. Ой, голодуйте. Сейчас наемся. Ну и купил. Холодильник забил. Что-то там. Надо же забивать чем-то. Разморозил. Недавно. Пусто было. Мясо купил, курицу. Ветчину купил. Овощей купил разных всяких. Овощи. Это наше все. Тем более летом. Летом только овощи. И вот такой хлеб. Обалденно. Просто необыкновенный хлеб. Чудо, чудо. А, салат. Ну, взял, все покрасил. Капусту, ветчину, огурцы. Банку горошка. Сметану. Это подсолить. Подсолить, поперчить. Хлеб, правда, вкусный, мягкий, ароматный. Обалдеть. С мясом не стал возиться сегодня. С мясом возиться сегодня не стал. Поэтому вот картошка с луком. Просто чудо. Чудо-сказка. Кстати, попробуйте салат такой делать. Понравится. Ей-богу. Быстро, просто, вкусно. И полезно. Жара вернулась. Завтра сабантуй. Завтра в городе праздник. У татар. У татарской диаспоры. Праздник сабантуй, национальный такой. Будет гуляние, танцы, песня. Национальная борьба, как это на поясах, по-моему. Фудкорт.
татарская кухня национальная будет угощать. Надо сходить. Попробовать национальной еды. Национальной татарской еды. Лук поджарился. Кстати, в этот салат можно добавлять еще оливки или маслины. Или оливки, или маслины можно добавлять. Будет еще вкуснее. Я понял, что не хватает там. Оливки, маслины. Так что, повара, берите на заметку. Боже. Он был где. Так что завтра 12 все на Сабантуй. На Сабантуй. Ну, не успеете, я не знаю, когда выложу это видео. Хлеб не буду больше есть. Не могу. А картошку надо доесть. Посуда любит чистоту. Как же вкусно. Ой, осталось запить. Ой, минералочка вообще обалденная. Нагрузка. Видно, стоит. Все, ребята. Всем большое спасибо за внимание, за просмотры. Пишите ваши комментарии, ставьте лайки. Кто еще не подписан, подписывайтесь на мой канал. И будет вам счастье. Всем пока-пока, до новых встреч.